сегодня два значимых события. Первое, мы открываем школу, а второе, у директора день рождения. Давайте поздравим! Ура! Трогательный момент объединил всех учащихся и коллектив Мухашибирской СОШ номер 2. И если день рождения директор отмечает каждый год, то нового пристроя к школе ждали 8 лет. В школе созданы все условия для того, чтобы учительский коллектив, педагогические учителя могли в комфортных условиях передать вам те знания, которые они владеют. И то оборудование, которое находится в школе, конечно, оно вам поможет. На первом этаже разместилась новая столовая на 250 мест. Конечно, рада, довольна. Новая техника, новое оборудование. Места, пространства очень много. У нас не хватало пространства вообще. Сейчас мы рады, прямо все для нас. На втором этаже три кабинета, учительская и туалеты. Уже более цифровое образование у нас наступает, да, вот интерактивные доски, новая мебель, в общем, но... Конечно, здесь на уровень выше. Раньше было очень плохо, скажем так. Сейчас очень хорошо. Коридоры большие, побегать можно на переменах. Уже не побегаешь, да? Да, уже не побегаешь, как раньше. Очень красивый, прям такой ремонт очень нравится. Такой максимально современный, крутой. Прикольно, доски двигаются. Это национальный проект образования, федеральный проект «Современная школа». Стоимость строительства данного пристроя на 75 мест, она составляет 194 миллиона. Но это вместе с проектированием и строительно-монтажной работой все вместе. Но и это еще не все обновления. К началу учебного года в школе построят новый спортзал по программе «50 спортивных залов в школах ДФО». Там откроют и секцию карате по проекту «Киокусинкай в школу». Антон Симонов, Сарюн Нанзатова, телекомпания АТВ.